По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ЕДДС поступило 1026 обращений, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 8, полицию 106, скорую медицинскую помощь 359, газовую службу 25. 22 ноября с 9:30 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресу поселок Новый, дом 6, в связи с устранением утечки. Опасные неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Напоминаем, контактный номер экстренной оперативной службы 112.